Всем привет, ребята! Сегодня я немножко приболел, ночью сильно мучился. Но кто видел мое первое видео сегодня, тот, во-первых, красава, во-вторых, знает, что ночью я прям не мог уснуть, у меня горло болело. Но сейчас вроде прошло, но все-таки я еще болею. Так что если буду брендить, то вызывайте доку. Так что если буду бредить, то ничего не делайте. Вот видите, я уже начинаю запинаться и как бы сходить с ума. Какие красивые листики. Камень. Ух ты. Юка. Это веревка. Какого фига у меня нет места? Так, давайте, нет, палку судьбы мы не будем откладывать. Лучше отложим вот эти палки. И возьмем веревку. Пошел. А это я ползусь. Крадусь. Идусь. Так. Shift. Так, это понятно. Е, Ю. Блин, не. Нам бы не потерять веревку. Блин. А, я сломал игру. Все происходит. Я ничего не понимаю. Давай. Вы слышите, как я истерично жму хотя бы на что-то, чтобы возвращайся. Возвращайся, давай. Давай. Вот. Вот это да. Вот это меня вштырило. Нет, наверное, я не буду открывать, потому что вы знаете, чем это кончил. Привет, Каби. Привет, Вильго! Я так ждал твоего возвращения! Я что же с ума? Так, нюха. Я хотел просто посмотреть. Посмотреть, говорю, хотел. Как тут крафтить. Ёжечки. Забитым носом я ничего не чувствую. Ладно. Так. Что тут? Тут у нас... Тут кого-то, значит, растерзали. Охренеть. Тут реально какая-то птица подохла, ладно. Не будем думать о таких страшных вещах, а лучше посмотрим, что тут у нас есть за страшные вещи. Я никак не понял, что у нас за крафт есть здесь. Так, давайте попробуем выложить. Во! Слушайте, да мы и так домик можем построить. Интересно. Камушки. Камушки. Что тут у нас? Закрафтить можно. Так, можно двигать. Так. А тут у нас. Выброси палку. Так. А мне показалось, или тут не было этих ростков? Злобные ростки подошли ко мне сзади. Так, у нас это волновать не должно, а у нас бабли. Блин, давай уже. Крафтись. Как из этого приготовить пельмени? Где тут? А я могу бить, не? Так,
Так, сейчас, погоди. Сейчас посмотрим, что тут у нас. Аудио, input, генерал. Show crosshair, RDVash, CPU, show crosshair, API, input, вот, input, так, вот, так. Мне нужно брать крутой пауза, вызов, watch, tap, escape, mouse, drop, screen. Прикалывайтесь, то есть тут в натуре нет кнопки скрафтить. Окей. Watch. А, watch, часы, понятно. Look left, right, down, forward, да. Move, jump, crouch, sprint, pick up, keyboard. Смотрим, сенсивити, тоже crouch. Покажу. Как мне выйти? Так, сейчас посмотрим, я отвожу. Блин, зачем нажал D? Вот часы. ABP Survival Watch. Что показывает? 11:52 по московскому времени. 31 марта. Ой, неплохо. Блин. Я же должен как-то это скрафтить, да? Я обязан просто, это мой долг. Все. Скрафтить. Палки. Ехать. Как я это сделал? Я умею летать! Так вот что со мной стало, я превратился. Так почему-то не могу взять. Вот. Бить могу. Я умею летать. Блин, кажись, не умею. Think broke something. Так, ну-ка давай посмотрим. Что-то там себе сломал. Японский суши! Руку сломал, понятно. Так, вот это прям. Вот так вот просто и здесь валяется картошечка. У текста я ничего не могу здесь делать. Обломись. Мы давайте тогда напоследок шиканем. И вот что делаем. Пойдем в воду. Водичку. О, да. Все мои раны обмывают. Акулы сейчас приедут. Приедут, блин, на лимузине. Что я несу? Я же говорю, бредью. Так, хардкейс. Давай, дожать. О, чудо! Он открывается! Офигеть, а я и не знал. Я думал, они просто так для красоты стоят. Слушайте, это меняет все. Это меняет все тогда. Но и в том же... А, вот, я держу в руке. Где тут моя грёбаная кладка, где я пытался что-то создать, хотя бы как-то быть полезным. Вот он. Блин, я Е нажимаю. Так. Все в порядке у нас, так, да? Офигеть, я высоко прыгаю, я супермен какой-то. Погодите-ка. Это же старая версия. Сейчас я покажу вам, что это значит, старая версия. Офигеть. Значит, мы сейчас попробуем это сделать. Вот какой скилл били. Так, теперь пустой рукой нужно обязательно. Так, а теперь нужно... И я умею. Они это пофиксили, ну как могли. Я умею летать. Так, а что если я зажму вперед и... Нет. Что если... Нет. А что если я застряну в текстуру? Блин, так, эть. Эть, всё, воу.
О, кажется, получается. Получается, кажется. Не, я шкребу по дну пальму. Ладно. Сейчас. Это турбовелик у меня заработает. Еще как заработает. Я умею летать. Я лечу. Просто вы этого не понимаете. Акула, привет. Здорово, акула. А! Привет, акула. Нате по башке. Нате, нате, нате. Она испугалась, видите. Значит, хоть что-то полезное есть. Вот этой пальмы. Он, она ходит, она ходит. А мы вот так вот будем дурить ее. А, все, страшно, да? Испугалась торба пальмы. Че, блин? Она даже не прикоснулась ко мне. Давай. Взлетай. Взлетай. Давай газу. Газу давай. Газу давай. Давай, давай. Запрыгивай, запрыгивай на пальму. Отлично, я пользуюсь пальмой как пингвинчиком на... Оуч. Да пошла, пошла нафиг. Все. А ну стой. Нет. Мой турбопальму раз... Курасу... Что? Она истекает кровью, не я. Она истекает кровью, хотя это я просто приноровился. Так, 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 так. Интересно, как ты поплывешь на суше, а? Может, ее веслом угонешь? Я очень добрый. Акула, ну что ж с тобой делать? Я даже не понимаю. Так. Хорошо. Это похоже на парик. Кудрявый парик. Кто-то тут оставил. Ведь, значит, я тут не единственный. А тут... Ох, как жестко разместили птицу. Ну, хотя это листики, так что что я, блин, несу. Так. Потому что сюда. Потому что нужно. Так вот. О, моя зажигалка. Моя зажигалка, она говорит со мной. О, привет, Изгу. Я так рад снова тебя повстречать. В смысле снова? Ну ты же уже был на нашем этом острове. Острове, блин. Здесь все разговаривают, здесь крабы говорят, здесь зажигалка живая. Да-да-да, не волнуйся и не перебивай меня, Бинго. В общем, тебе нужно скрафтить топоры, чтобы с топорами, как берсерк, напасть на акулу. Понял? Да понял, понял, зажигалка, но, блин. Опять-таки, как я это сделаю, а? Как мне крафтить? А ты уже все понажимал, а? Да нет, 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 не все понажимал, но уже все варианты исчерпаны. О, крабики, привет. Добавим им огоньку. Будет крабик фри. Откроем свой Макдональдс и назовем его Крабдональд. Шикарный бизнес-план. Да, бизнес-план. План, конечно, хороший, но ты лучше меня послушай. А с помощью меня ты не можешь акулу поджечь? Она под водой, как я ее, блин, подожгу? Ну, в Спанч Бобби это работало, по крайней мере. Да, в Спанч Бобби-то, да, там можно было мыть посуду под водой, жить костры под водой, плавать под водой, под водой. Ладно, будем закругляться. Блин. Мы ничего не сделали, мы ничего не добились. Вот увидишь, Витго, еще поиграешь чуть-чуть в эту игру и станешь про. Со мной говорит зажигалка. В общем, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Пишите комментарии, ты мне дашь договорить. О, ладно, пардон тебе, Витго. Уступаю тебе это место.
Ну, спасибо, спасибо. Пишите комментарии. И всем пока. Подожгу свой плод, чтоб никогда больше такого не случалось. А я перевернул его. Блин, как мне его теперь поджечь? Пусти искру.